Понял? Да. Так, становись, будешь бегать. Становись к сетке. Ты будешь играть, да? Становись, будешь к корзине. Так, помоги ему, пусть он встанет. Витя, ты размялся? Да, распинался. Размялся. Значит, ты сейчас будешь бежать дистанцию, которую мы вообще не бегаем. Я хочу посмотреть, как ты бегаешь. Я уже раз смотрел, еще раз. Понял, да? По моей команде вот тут финишная ленточка. Внимание. Внимание. Правильно. Марш! Стоп. Бегаешь здорово. Хорошо бегаешь. Становись сюда. А теперь... Становись туда же. Дай ему ракету, дай мне мяч. А теперь ты будешь не бегать, а рвать и метать. То есть ты должен догнать укороченный мяч. Понял? То есть ты спасешь мяч, который вот уже второй раз должен удариться, и ты проиграешь очко, если не спасешь. Понятно? Итак, внимание. Хорошо. А что ж ты подбежал к мячу и остановился там? Ты же должен был финальное усилие делать, чтобы догнать мяч. Второй раз. Понял, о чем я говорю? Ты должен рвать и метать, чтобы догнать этот мяч, спасти его. А ты дал ему возможность второй раз упасть. Понял? Внимание. Аж! Вот так. Это уже лучше. Еще раз. Последний. Еще раз. Последний. Самый сложный будет. Готовься. Внимание. Хорошо. Хорошо. Давай. Хорошенько раскачайся, встань на белую линию, на эту нашу заднюю линию. Раскачайся хорошенько и прыгни как можно дальше вперед. Давай, сделай хороший прыжок. Нет, встань, да, ноги на ширине плеч. Смотри, хорошенько, мягенько. Ну, давай, куда ты прыгнешь. Мало, плохо, давай еще. Ты уже должен вот сюда вот допрыгнуть. Давай. Так, значит, прыгучести вот этой мало. Понял, да? Так, это надо работать по физподготовке. Становись там же и назад прыгай. Ноги на ширине плеч и назад давай. Так, это лучше. Координация хорошая. Еще раз. Так, влево-вправо. Мало. Ты правша? А что ты задумался? А, ты был левшой? Это интересно. Понял, да? А что значит раньше? Когда ты был? Когда ты? А ты левой рукой играл когда? Значит, попробуй на всякий случай. Понял, да? Сделай вот так руку. Вот так. Какая рука? Да, это он не сделает. Хорошо, давай прыгай сюда, в эту сторону. Я сейчас по прыжку скажу. Давай. Он правша. Все, не надо ничего делать. Хорошо, мяч давай. Разомни правую руку хорошенечко. Раскрути, разомни. Хорошенько. Так. Куда ты добросишь мяч? До материала вот того, что висит там, называемого фоном, добросишь зеленый? Камни кидаешь во дворе? Почему? На море. А? На море. Ну, на море вот так кидают. А это нужно... Ну, давай, короче, кидай как можно дальше. Так, еще. В общем, скажем так, ничего. Повыше тебя. Вот так. Ничего. Это лучше. Пока хуже всего прыгать.
я тебя бросаю, мяч должен не упасть на пол, ты должен его взять и аккуратно бросить мне так мяч. Понял, да? Давай. Не, зачем бросить? Слушай, что я говорю. Ты должен поймать мяч, чтобы он не упал на пол, и аккуратно бросить мне вот так. А в руках не держать ничего. У тебя в руках не должно быть ничего, мяч горячий. Понял? Так а что ж ты? Ну, нет, мяч горяч, в руках ничего не должно быть. Лови мяч. Да, 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 да. Давай, 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 да. Ну, лови мяч, так, ну. Так, хорошо, дыши. Дыши, дыши, отдыхай. Дыши, 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 ходи, дыши. Видишь, как в теннис играть сложно? А, уже задохнул. Рот открой. Дыши открытым ртом, как дышится. Дыши свободно. Это тяжелые упражнения. Мама смотрит. Хочет мама, я попробую с вами. Нет? Мама не кладет. Ну, дай мне. Кидай. Вот смотри, мама поймает. Понятно, мама не поймала. Теперь давай. Теперь с мамой можешь упражняться с утра до ночи, пока не поймает. Понял? Отдохнул? Так, бери ракетку. Бери ракетку и давай посмотрим, что ты за это время, чему ты научился. Так, по всей площадке потихоньку. А? Что-что? Какие руки? Как хочешь, ты играй на площадке, ты вот партнер, твой тренер. Он тебе бросает удобно, потому что ты еще маленький. И для этого ты должен показать мне, чему ты научился. Как ты бьешь по мячу, как ты сильно бьешь, как ты направляешь мяч, точно или не точно. Я хочу просто посмотреть, чему ты научился, за сколько ты играешь. Месяц? Два? Два месяца. Два месяца. А сколько всего играешь? 6 лет? 4 года. Ладно, давай. Все понял. Я все понял. 6 лет. Понятно, да? Понял, что я тебе говорю? Смотри.
Не надо, дай ракетку, не надо напрягаться перед ударом. И даже в момент удара. Твое напряжение, твое усилие только в сам момент, когда ракетка встречается с мячом, когда ты наносишь удар. А так ты должен быть свободный, легкий, нормальный. Вот только где ты напрягаешься. Понял, да? А ну, покажи, если ты понял. Давай. Он не понял, хотя сказал, что понял. А получается это, смотри, он поднимает плечи на замахе. И все, он напрягается. Плечи должны быть свободны. Он вот что делает на замахе. Вот, плечики поднимает и этим самым напрягается. Вот над этим надо работать. Так, Слёта. Слёта, умеешь играть? Удары Слёта. Играть Слёта ты еще не умеешь. Не можешь. Дальше ракетка не идет, как у тебя, не идет, она вот тут останавливается, ты ее рукой хватаешь. Она ударяется, встань сюда, смотри, встань сюда, смотри. Не, я же прыгать не могу. Вот сюда, и все. А ты смотри, что делаешь. А ты делаешь, вот так ты играешь. Хоть мяч и летит туда, понятно, да? А ну еще раз, ты уже не вижу. Вот куда ты должен. Куда направляешь мяч, туда должен идти. Шаг вперед. Давай еще. Хорошо, молодец. Молодец. Вот все нормально. Значит, хороший коппер-эффект. А ну слева. Для двух рук все равно нормально. Нормально все. Поехали дальше. Подача. Давай. Сделай имитацию. Пройми. Стоп. Ты смотри. В чем ошибка? Во-первых, он бежит. Не выходит. Во-первых, другое. У нас это ракетка, а не метелка. Нам мести тут ничего не надо. Вот что нужно делать. Он пока за счет этого разгоняет. Не-не-не. То слова забудь. Это тоже разгоняется. А это уже лишнее. Оно не нужно никому. Оно сделает как... Немножко свободно. Вот так. Поднимай ракетку вместе с мячом. Мяч подбрасывай, ракетку поднимай. Да, ну ничего, только не надо приседать. Это потом ноги пойдут. Да, стоп. Это не балет. Ты что-то танец показываешь. Смотри, вот что ты должен сделать. Взять вот мяч, вот ракетка, вот рядом все. Подбросить мяч и поднять ракетку. Подбросить мяч и поднять ракетку. Подбросить мяч. Поднял ракетку, выпрыгнул и ударил. Понял? И все. Все должно быть просто. Да, но только не надо делать вот этого. Вот это. Вот сразу сюда весь выходи, вверх. Нет. Ты опять сделал вот это сделал. А я говорю, сразу вверх выходи. А ну давай сразу вверх выходи. Во! Свободней, свободней. Так, ну давай ударь по мячу, попробуй. Отлично. Еще. Выше бей мяч. Отлично. Хорошая концовка. Все, не надо дальше. Дальше вода, слова. Все нормально, давайте дальше.
Все, пока, спасибо. Все, где мама стоит? Ну что, в принципе, надо работать дальше. У него есть копперэффект. То есть то, что ему говорит тренер, он может сразу же исправить. Это очень хорошо. А все остальное время и терпение.